Приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня хочу напомнить рецепт пирога, который в начале 90-х все знали наизусть. Такой пирог был частым гостем как на обычном чаепитии, так и на праздничном. При этом пирог каждый раз имел разный вкус, в зависимости от того, какие добавки туда положили. Признаться, я и сейчас частенько делаю этот пирог. Уж очень меня привлекает простота приготовления, бюджетность, а также вкус и аромат. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Все продукты должны быть комнатной температуры. К яйцам добавляю соль, сахар по вкусу, его количество корректируйте в зависимости от того, насколько у вас сладкое варенье. Хорошенько размешиваю. Наливаю сюда кефир, он не должен быть холодным, и выкладываю варенье. Подойдет любое. Я беру янтарное из алычи. Ссылку на его рецепт вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана. Выливаю масло, можно его не добавлять, но с ним пирог будет мягче и нежнее. Тщательно размешиваю. Высыпаю муку, в чайную ложку набираю соду и провожу ножом, чтобы счистить лишнее. Высыпаю в муку и слегка размешаю. Добавляю дробленые орехи, предварительно обжаренные, у меня грецкие, но подойдут любые. И теперь замешиваю тесто. Выливаю его в форму, смазанную маслом. Я беру диаметром 22 сантиметра, разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 45-50, а вы ориентируетесь по своей духовке, проверяя на готовность деревянной палочкой. Готовому пирогу даю немного остыть и посыпаю сахарной пудрой. Конечно, можно украсить по своему желанию. И скорее отрезаю ароматный кусочек. У меня пирог получается с насыщенным орехово-фруктовым вкусом, в меру сладким, рассыпчатым и слегка влажным. Разумеется, вкус пирога определяет варенье, которое вы используете. Кстати, если вы берете варенье из черной смородины, черники, ежевики и тому подобных, будьте готовы к тому, что пирог будет иметь не очень аппетитный сероватый оттенок, что, конечно же, ни в коем случае не отразится на вкусе. Итак, друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий, а вы с каким вареньем предпочитаете этот пирог. Смотрите на моем канале и другие рецепты не менее вкусной и бюджетной выпечки. И не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.